чемодан, это, конечно, вообще... Но, мне кажется, что ничего не влезает, но хотя вещей оказалось не так много. Получилось тяжелее, чем я думала. И рюкзак, и чемодан, трэш. Сильно независимые. Кащели в поезд. Уже все. Да, тебе надо выбрать, сказка или шмель. Started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreaming, man. What? I'm thinking how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. Мы заселились в квартиру. Рассчитывали, что в Омске будет тепло. А пошел снег. На лев не ходим. Colors at our best, at our kitty, at our sex. At the baby, plus that's why. At the baby, plus that's why. That's so good. Короче, мы сходили, но на человека-муравья. Нафиг проспорила сот. Потому что все-таки вторая сцена после титров есть у Marvel. Мы выяснили. Да. Моя сотка улетела. Надо подождать 15 минут после этих очень долгих титров. Короче, мы простулись, как видно, не очень свежие, а довольно даже помятые. Мы вчера играли в монополию вечером, надо было закруглиться пораньше. Но нормально. Короче, первый мастер-класс у нас 9 часов. Сейчас 7. Не очень тело такое. Ну, хотя в институте точно так же начинается. Но да, что-то там. Переезды просто вот эти вот. Попробуйте взять любые бытовые жесты, которыми вы сможете обозначать музыку. Бочку, клэп, хай-хэт, мелодию. Какие это жесты могут быть? Бочка, удар, бум. Не пытайтесь разнести танцпол, не пытайтесь, я вас умоляю, не пытайтесь сделать круто. Не пытайтесь пройти отбор, выиграть батл или всем тут сказать: «Ха, меня вызвали!» Вот, нет. Вы просто побудьте в том же состоянии, в котором были там. Постарайтесь отключиться, их тут нет.
up to then prosper. I was on a bus, need a Range Rover. E and J Huss, look at what we've done. When I want my pockets fat, make him get silly like. Take my mom and shop and tell her don't look at the price. Очень забавно. Сбор самокатчиков. Гад, это паста карбонара. What the fuck? Ничего себе. Жесть. Вот так вот приходишь домой, а тут такой вот ужин. Обалдеть. Короче, хочу немножечко повещать. Мы уже пришли мастер-классов. Короче, не выдержали мы все-таки 6 мастер-классов, но я. Даян был все. 5 мастер-классов. Это предел. Если бы кто-то был шестой, тот, на кого я очень хотела бы пойти, то да, я думаю, второе дыхание бы открылось, силы появились, а тут такого не произошло, поэтому как-то так. Что хочется сказать, когда появилась осознанность в танцах, особенно когда ты становишься педагогом, могу, наверное, себя так уже назвать, очень долго я не могла этого сделать, для меня это прям слово, которое имеет вес, действительно. И когда вот это все появляется, классы абсолютно выглядят по-другому. Это очень круто. Информации ты очень много запоминаешь, потому что раньше классы выглядели так, что я такая, так, ну, сейчас надо что-то запомнить, просто хореографию, просто ее станцевать, в селект выйти, классно, типа, делать на видео, и все, и окей. То сейчас это выглядит абсолютно по-другому. Особенно второй класс был класс Артема, и он был по фристайлу. И я просто такое... Я записывала, я снимала каждое слово просто. Каждую технику, каждое все. Были очевидные моменты, но эти очевидные моменты тоже нужно было проговорить. И их теперь я тоже буду использовать у себя в группе. Для своих девчонок, для собственного своего развития. Ну, короче, это что-то прям... невероятно офигенные, просто еще что все классы были по хопу, но каждый хоп был настолько разный, это вау. Но я до сих пор не могу определиться, что мне ближе. Вот, еще все равно чувствуется, что не хватает этого развития, не хватает классов в Кемерово, не хватает в целом. И очень-очень хочется уже просто уехать в место, где это все будет. Все будет доступно, потому что я понимаю, насколько быстро я тогда смогу прокачиваться и брать информацию, потому что до информации, ну, я действительно жадная. Вот такие вот выводы, мысли пришли мне. Но это было жестко, было очень тяжело, ноги болят, голова гудит, но оно того стоило. Блин, 1000 человек там было. Такой масштаб, ну, это офигеть. Но атмосфера, правда, такая очень дружелюбная. В селекты выходить было вообще не страшно. Просто танцевал для себя, кайфовал. Вот это самое главное. Я просто танцевала для себя, кайфовала. И вообще сильно типа ничего от себя не требовала. Потому что, ну как бы, камон. У нас вообще мастер-классов толком нету. Я давно, по крайней мере, на них не была. И такая, если ты сейчас что-то будешь от себя требовать, то ты просто загонишься. Загонишь себя и все. И опять начнется вот это, зачем мы танцуем, а что это такое, почему, почему мы не можем взять с первого раза хореографию, почему в селект не могу выйти нормально сделать. Ну не можешь, потому что ты не практикуешь это. И все.
Вот, наверное, в этом и есть осознанность. Доброе всем утро. Значит, очень забавная ситуация. Я в Омске, на мастер-классах, все здорово, классно. И тут неожиданно родителям нужна моя ксерокопия паспорта. Что мы делаем? Ищем какую-нибудь печать. Ой, без приключений, как обычно, не обходится. Я заказала мокачино карамельный. Я не думаю, что будет так красиво выглядеть. Steady girl. Короче, не знаю, будет ли меня слышно, но сегодня я просто приехала посмотреть нашего вон тренера. Человечки. Я просто хожу, что-то гуляю. Всем good morning. Сегодня день X. Я уже накрасилась, и неважно, что стрелки получились разные. Ничего не идеально в этом мире. Настраиваю себя просто кайфануть. Просто напитаться энергией от зрителя. Выступить на большой сцене. Офигенно. Нам выдали вот такие вот папочки, как участникам. А там вон классное фото сделано. Хочу в ней пофотаться. Катерина Антипина Кемерова. Thank you.
It's the darkest hour in our forest home. You climbed my heart and you came alone. Мы, в общем, оттанцевали все, что могли, сделали. Я все, что хотела, получила. Очень сильно кайфанула вообще. Собственно, так. Остаемся на еще один блок. Сейчас покушаем. Такие вот делишки. Ну, блин, большая сцена, это, конечно, все-таки кайфово. Вообще, я почти не волновалась. Когда все танцоры голодные, и все пошли в кипас. Хайп. Посмотрите на этого красавца на солнышке. Oh my god, был, когда очень голодный. Мы посмотрели шоу-кейс, вышли, все проплакались. Нас нашла депрессия. Йоу, все кемеровские танцоры такие. До свидания. Все, посадили всех на такси. Я пошла в кофейню с чемоданом. Очень забавно. У меня весь день еще в Омске. А мой поезд только ночью. Не могу, это очень смешно. Ощущаю себя ру из эйфории с этим чемоданом. Правда, без самоката, конечно, но люди смотрят на сюда редко. Bye.
когда студент меда разобрал сумку. Ничего особенного, вообще фигня, вопрос. Ты не против, если ты попадешь в мой влог? Всем привет. Короче, вещаю. Я встретилась с Дариной. Вот. Ну, блин, да все равно хочется объяснить человечкам, что мы там... Ну, ладно, говори, что хочешь. Мы учились вместе, это моя одноклассница. Ты вставишь, где я... Конечно, вставлю. Короче, для тех, кто не в курсе, это моя подруга, моя одноклассница, вообще прекраснейший человек. Давай заново, я не хочу. Вот, это очень круто, потому что мы последний раз виделись на Новый год. Да, 2 года. Даже больше. Это офигенно. Ну, типа, вот это осознание, что я могу путешествовать по городам, и у меня тут есть свои люди. Да, я могу не путешествовать, просто ко мне приезжают. Вот, которые прилетят. Накормят, погуляют, покажут город. Вообще, прекрасно. Бэйби, нам правда не нужна виза. Мы с тобой на стиле, как цыгане из Парижа. Лучший друг, но он был виза. Hello, darkness, my old friend. Такая ходит. Иди, ходи и смотри. Для кадра. Сейчас нам принесут еду. Я поставлю камеру, конечно же. Буду снимать, как я ем. My God, первый раз пробую рамен. Рамен или рам? Как правильно? Рамен. Я говорю рамен. Каверы уже 2 года не бралась. 30 секунд максимум, поймала баланс. В комментах коллапс, мол, бомба и талант. Тут как-никак, тик-ток, тик-так. Нам правда не нужна виза. Мы с тобой на стиле, как цыгане из Парижа. Лучший друг, но он был Криса. Все окей, все окей, что ты зависла. Даешь, на какой уровень? Но вы поймите, я исполнитель собственного тела, к сожалению, мне не выйти. Трек просто кайф, а припев вообще вы. Столько фишек и моргани. Сейчас есть песня, которую мы знаем. Давай, стоп. Давай, все, заново, ничего не было. Какую, что ты хочешь? Режу тоже должны пить. На одной из старых, да, знаешь? Да, я знаю. Все, давай. Кому? Чего за... За столом большим и шумным их держали пацаны на речной дружбе. Кругу лиц от нас стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. Короче, я уже на вокзале в Омске. Тут очень удобно расположены пути, все понятно, все четко. Я очень переживала за это, потому что одна первый раз еду на поезде. Вот, сейчас поеду до Екатеринбурга. Отлично просто, что поезд ночью, я посплю. Утром встану, покушаю, выйду, и все прекрасно. Потом заселюсь, в общем, в хостел, и целый день у меня будет свободен, буду одна гулять, а послезавтра уже приедут чувачки из ансамбля. Вот, и продолжится мое путешествие в танцевальный мир.